Ну вот, друзья мои, вот моя мамочка, кто не знает, кто знает даже, напомню, что она у меня не слышит. 50 лет уже не слышит, с 15 лет. Вот я хочу помочь ей в первую очередь зарабатывать здесь, чтобы она не жила на пенсию там 10 тысяч, чтобы могла путешествовать с моим любимым папочкой. Всегда старалась искать работу в интернете. Работу. Ведь я не люблю 20 тысяч детей. Садик бежать, кушать готовить. Ничего не успеваю. У меня у свои еще увлечения есть. Свои увлечения. Времени нет. Холодно. А работа вот, до 5. Не успеваем. Все. Я еще работала в рекламном агентстве. Нет, работала в рекламном агентстве. Мне обещали 20 тысяч документов. Писали. Две недели работала. Три недели, две. Две недели. Работы нет. Сижу, сижу, скучно. Я говорю, куда вот запись обещал где? Кто меня думал, уволил. Он мне заплатил 1500. Сейчас я работаю в компании недвижимости. Она международная. Как риэлтор? Нет. Также людей привлекаем. Развиваем клиентскую сеть. Клиентскую, клиентов. Ей уже 20 лет. По реферальной системе. Реферальная система. Когда ты приводишь друга, тебе платят 500 рублей. Ну, я в интернете, да, глава труда. Например, Сбербанк сама видела. Приведи друга, то 3000 рублей дадим премию. Два человека привел. За развитие клиентской сети нам компания платит. Развитие клиентов, развиваться будет. А компания за это платит. Я. А мне платят еще. А мне ну платят. Как рекламное агентство уж получается. Это, как похоже. Реклама агентство похоже. Похоже. Чуть-чуть. Вот работая в нашей компании за один год можно заработать себе на недвижимость. Недвижимость что? Парки. Ну да, недвижимость, дом. Это дом, квартиру можно за один год. То есть машину тоже недвижимую. То есть не брать ипотеку на 25 лет, да? Потом платить, платить, платить. Купить, 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 платить. И потом проценты считаешь, а ты касаешь одну квартиру. Банку подарил проценты, а потом уже... Те там говорят, 2%
а потом уже за квартиру. Сейчас банки здесь огромные. Вот у меня у знакомой взяли квартиру в ипотеку, у них был свой бизнес. Бизнес у них свой, да, денег много. Она тратила, тратила. Потом бизнес закрылся, работы нет. Платить не смогли ипотеку. И все, просто отобрали квартиру. То есть мы привязаны, эта квартира не наша. А в нашей компании можно заработать. В нашей реферальной системе есть 5 бонус-накопительных программ, то есть ты сама себе на квартиру копишь. 5 программ. Участок надо 5 программ. Мы начинаем самый первый за $90. $90 – 6 тысяч рублей. То есть за 6 тысяч рублей ты вкладываешь один раз. Один раз вкладываешь эти $90, только один раз. Ты приобретаешь сертификат, который имеет юридическую силу. Он настоящий документ, который потом дает тебе скидку при покупке недвижимости. Пока ты с программы в программу переходишь, ты также зарабатываешь. 5, 10 тысяч, 20 тысяч, 60 тысяч можно зарабатывать. Да. Ничего продавать не нужно. Тут работают пенсионеры 69 лет. Мы сами всему обучаем. Видео сейчас что? Киргизии. Его зовут Сталбек. Сталбек! Сегодня мы. Ладно, мы сейчас придем, он нам расскажет, как, что было. Интересно, сколько он Сталбек? Это 3 месяца. А, да-да-да, я в сентябре он купил. И уже 1 000 000. Но можно вложить $90, можно 170, можно 800. Кто, у кого сколько а денег больше, есть, говорит. Он сразу переходит на следующую программу, он уже ближе к недвижимости. А он сразу $800 вложил за 3 месяца, 1 000 000 заработал. Просто 2 человека пригласили, все. Можно пригласить, и все. Он грамотный. Ну, старается учить. А в нашем городе кто хочет? Надо молодежи. Кто хочет? А то многих уже и будут 25 лет платить. А лучше сами деньги зарабатывать один раз. Первая программа говорит 6 тысяч рублей. Минуты больше. Потом еще главное клиенты приглашать, приводить. Самая большая какая там? 800. 53 тысячи. А если я положу, приобретаю этот сертификат, 53 тысячи, а я хочу вложить, но не приглашать. Это же не инвестиционный проект, тут надо работать. Здесь проценты мы не обещаем. Они тебе не обещают. Все равно надо приглашать. Надо работать.
Это работа. А вот, например, я вложу 800 долларов и буду приглашать. Я смогу как-то заработать. Он такой активный. Он такой ездит, зовет. И в итоге он заработал 1 миллион рублей. Сказал, сюда приедет. Сказал, сюда приедет, товарищ. Работает, надо? О, устала. А когда вы ознакомились, когда вы с ним? Да. Я сама 2 месяца в этой компании. 2 месяца в этой компании. Мама тоже же, да? Она недавно, она. Мама только недавно. Она сама в этой, ну как называется? Компания. Это компания. А эта компания развивает клиентскую сеть. То есть я 6 тысяч вложила, уже 34 тысячи заработала. Она 6 тысяч вложила, со 2 месяца она заработала 34 тысячи рублей. Но она работала, приглашала клиентов. Вот. Их также учим, как работать правильно. Да, учиться дальше. Развивать, как лучше. Ну, 6 тысяч, и потом за месяц получит 3-4 тысячи. Еще дальше работать. У вас, говорят, работать надо. Если зависит, работает. Моя фамилия. Какой-то. А, кот. Кот. Есть, да. Да. За 2 месяца 3-4 тысячи. 34. Карман еще 40 тысяч на квартиру. Общий 1000 долларов заработала. Примерно. Вот 34 вы заработали, Нет, 34 в карман, купила новый телефон на свои деньги, а еще плюс там копится, то есть там. Ну, это называется работа. У нас тоже, как в Минске, так работают. И слышащие обманывают. Уже 9 лет. Она не говорит, что вы обманываете. Я, говорит, мало понимаю, поэтому меня это не интересует. У тебя обманывают. Вот я слышала, в Минске тоже. Надо. Мне говорили, что в компании есть. Говорит, глухие, послушаю, в Минске активно работают. А не так, чтобы деньги положил и ждет. Ну это инвестиции, это чтобы деньги работали, это уже другая компания. Это кэшбэри. А есть компания, деньги положу, а деньги сами работают. А это нет. Это надо себе тоже работать. Главное, приводить молодежь. На комнату куда-то приводить. Хватит 3-2 человека, хватит. А дальше другие должны работать. Еще дальше. Все. Ну, мама говорит, я считаю, что эта компания выгодная. Вот. Зачем ипотеку платить? 25 лет. Ипотека. А у меня работы нету. А надо платить. Одна квартира не платила деньги. Бизнес. Все. Квартиру отобрали. Все, а куда опять? Куда? Папа! Вот, говорит, у кого желание есть, у кого, говорит, общение очень хорошее, так. Может, вопросы какие есть? Вопросов нету? Вопросы есть. Вот поддерживать воля.
еще, говорит, до вас я читала про монолит. Я, говорит, уже сколько погорела, говорит. Я поставила себе точку и все. Альфина ей посоветовала, говорит, что ты мучаешься из-за своих дорог. Я вспомнила монолит. Да, карта работает «Золотая корона». Вот она, говорит, ее подруга говорит, она выиграла. Это не игра же. Точно говорит. А я когда не обратила внимания, не придала этому значения, прошло много лет, и ее знакомая, ну, как по нашим понятиям, это очень похоже «Талбер». Талбек. Талбек. Мужчина. Чизис. Мы же утром были. А как она, говорит, очень богата. А он сам вступил в сентябре. За 3 месяца. А почему? Да, да. А он дома у тебя. Я спросила, ты иди. Да, он. Мы тут, тетя Роза, мы тут работаем командой, помогаем. У меня 8 человека, 3, 4, 5, я своему нижнему. Помогаю людьми. Она. А еще, кого она привела, она им помогает. Кто еще учит, чтобы... Вот. Она говорит, она такая, она может работать. Нет? Это очень трудно. Нет, говори. Вот она говорит, $90, 6 тысяч. За 2 месяца глухие. А у них женщина 69 лет. Она, ну, я видео отправлю. Она глухая? Нет. А слышащая? Ну, она так говорят, слышащая. А они говорят, вот между слышащими и глухим понятие... Она глухонемой столбец, как миллион заработает. Вот, например, по столбец выиграл. Как? У кого ипотека? Талбек. Сегодня убрал. Один, подожди. Второй этаж. Глухие. Получается, все. Надо еще молодежь пригласить. Поговорить. Надо в себя верить. Да. В себя верить надо. Самое главное, эти деньги нужны, надо работать. А как это так? Это надо относиться к бизнесу, как к работе. Да. А ты? Ну, у тебя квартира есть, дача есть, машина есть. А у кого ипотека, квартира, дети растут, детки зарплатят дорого, придумывают праздники. А я за это? А мне ничего не надо. Как не надо? А путешествовать? Дубай хорошо. Вот. Да? Шуковка. Беги. Беги. Как думать о деньгах? Это просто она размышляет. Почему? Зачем нам нужны деньги? Ответь мне, пожалуйста. Детям помогать, самой хорошо жить. А, говорят, деньги нужны, чтобы хорошо жить, хорошо кушать, хорошо одеваться, хорошо отдыхать. Да. Ну,
У нас мышление бедного. Мышление бедного. Поэтому я полностью работаю, потому что одна женщина очень много долг. Почему? Я рассказываю, мне там мурашки. Но как сказала, это ушло, например, 15 лет. Это 15 лет, чтобы закрыла кредит 60. Она говорит, просто брала сколько, а там банк процента после 60. Она там, где отдыхала, куда и знакомиться, в поезде. Так получилось, такая жизнь, а здесь женщина неудобно. Бывает, ой, надоело. Она видит человек круглый. Другого человека спокойно. Она мне сказала, закрыла. И сейчас продолжает еще. А сколько лет я не знаю? Мама говорит, печеный бодрено. Давно день не брала, ей было 40 лет. Ну, 15, еще плюс 5. Может быть, ей сейчас 60. Я тоже не думаю, я такой человек. Вот дочка пускай, я ей говорю, вот я ей сегодня расскажу про монолит. Это ей надо, ей надо. Ну мы и так помогаем, внуку, питание, все. Но таких денег никак. Это сколько надо? Ждать, пока процент в банке долг. Вот. А это пример. Вот, Талбек. Пример. Талбек 3-4. Ну, это неплохо. Вот, это ну, я рассказала. Ага. Ну, это там еще немножко. Говорит, похоже, нет, как мой сын говорил. Сити-лапи. Сити-лапи. Я сама работала в такой компании. 200 тысяч. Шиза. Франшиза. Франшиза. Шиза. Да. Франшиза. Правильно, деньги есть. 200 тысяч. Откуда? Я 200 тысяч. Откуда? Кажи. Тяжело. Да. Я сама магазин подключала, чтобы они давали кэш. Я ушла. Все, видите, магазин. Кэшбэк. Вообще. Кэшбэк. Сити лафе. Ну там, карту. И деньги. Например, там минимальная 2500, да? 2500. Я в кафе, я поела карту, а там поела, например, я вам скажу, 100 рублей. А там сам телефон, банк работает,
возвращают 10%. Обратно, обратно. Магазин меха тоже, а там видно, телефон, кэшбэк 3%, кэшбэк 5%, кафе 5%, а лишь 10%. Сейчас телевизор тоже кэшбэк. Но я еще пока думаю, дочь, вот ты экономь деньги, ложись и ходи. Многие даже едут отдыхать, они тоже экономят. Например, он купил свои 6 тысяч за 2 недели обратно получила. 4 тысяч. И похоже за 6 тысяч обратно заработала. А сейчас дальше надо работать. Вот, например, вот такая программа была первая. Когда деньги будут, вы можете перейти на другую программу, нет? Побольше где. Заработанных денег, да. Мы накапливаем, а остальное нам в карман идет. Есть накопительная часть. Купить. Первая программа. Всего 5 программ. Самая последняя, 5-я программа, большая. Стало бег сразу 840. Он смелый. А я что смотрю? WhatsApp. Что смелый? Очень трудно. Надо посмотреть на других. О! Уже тогда уже уверенно можно. А эта компания Монолит уже 20 лет. Другие. Квета, скажи, Берия, много. А сейчас трога. Но, а вообще-то, кто основатель? Вот мне интересно, откуда он основатель? Это вообще Северный Кипр, это там у нас останется. Можете на берегу моря недвижимость получить. Если недвижимость не нужна, 5 миллионов забираете деньгами. Зарегистрирована. Реферальная система. А компания сама Монолит? Она уже давно уже. То есть Монолит, она... Монолит 20 лет, а не Миллениум, который продвигает ее с 11 года. Уже зарегистрирована. Нью Миллениум ей привлекает клиенты. Официальный, да. А он сам откуда обратился? Тоже не пишут? Вы хоть я немножко... отправлю вам. Я.